有阿麦丹森蜜桃，每天从头不经意甜蜜，可不可以住进你的心里？那怎么才能拉近彼此距离？告诉你别再哭泣，我心要心跳一支舞，挽着你的腰而向西 ，Don't be free。今天星期五，夜幕在倒数，萤火虫空中飞舞，就把烦恼都甩开，踏进热恋的乐土。I would like to be you， 为此理想和你遨游在天际，探索乐土星球那些不为人知的奥秘，一切的问题都不算问题，计划全由说在耳底。啊，山下派对有阿麦丹森蜜桃，每天通透不。可不可以住进你的心里？那怎么才能拉近彼此距离？剩下太多 You are my MVP， 一刻不见都会感到焦虑。闭上你散发出的香气，你的一举一动都让我无比的着迷。Джун Вэй, ты в порядке? В порядке. Давай вызовем такси. Не надо. Смотри, что я нашла. Ты нашла велосипеды? Они были тут неподалеку. Я проверила. Доедем до города за 4.5 часа. Конечно, далеко, но по дороге насладимся восходом. Очень романтично. Хорошо, но у меня срочное дело. Давай на такси. Идем. Что такое? Попроси Хуан Сяо Юэ помочь. Незачем, я сам справлюсь. Вызову такси. Не надо. Не беспокойся обо мне. Пока я с тобой, езда на велосипеде для меня в радость. Но я так не думаю. Чэнь Мижэнь, прошу, не сердись за то, что я собираюсь сказать. На самом деле, мое финансовое положение не так уж и плохо. Я экономлю на еде и ношу старую одежду, потому что отец у меня скупой. Он мне дает слишком мало на карманные расходы. А я таскал кирпичи, потому что владелец того магазина. На праздники не хватало рабочих, поэтому сам работал. И еще. Езжу на велосипеде. Ради экологии. И еще. Это полезно для здоровья. Старайся ради экологии. Джун Вэй идет на такую ложь, чтобы когда он потратит тяжело заработанные деньги, я не чувствовала своей вины. Понимаешь? Да, конечно. Ты на самом деле из богатой семьи. Сердишься из-за того, что не сказал? Нет, что ты? Я счастлива. Счастлива, что хочу покататься. Но это чистая правда. Меня подожди. Джун Вэй, только сейчас вернулся? Никогда не видел, чтобы кто-то вставал в такую рань. После свидания. Я всю ночь не спал. Правда? Случилось недоразумение. Следующее свидание будет более захватывающим. Жди с нетерпением. Сичао,
Заблокируй этот аккаунт, сделай что-нибудь. Чэнь Мижэнь, что ты сделала с Джунвэем? Так устал, что даже не пришел. Давай! Вперед! Полпути проехали! Уже полтретьего ночи. Вперед! Ты сможешь! Где мы? Он... Просто наше вчерашнее свидание было... Было слишком активным. Ему нужно время, чтобы принять это. Скорее на вузовский форум. Горячая новость от Джунвэя. Он точно родился в богатой семье. Настоящая личность Джунвэя, он единственный наследник Хэн Чанзи. И к нему обращается господин Джунвэй. Чэнь Мижэнь. Теперь понятно, почему только Джунвэй. Ты такая умничка. Завидую. Повезло тебе. Настоящий наследник богатой семьи. С моего аккаунта? Неверный пароль. Хотите восстановить? Мой аккаунт. Джунвэй, жду на баскетбольной площадке. У тебя 5 минут. Я был неправ. Прости, засранца. За что извиняешься? Я сейчас говорил про фото. Я распускал о тебе слухи. Не ожидал, что пост о тебе так зайдет. Ты такой популярный, Куан Цэ Уи. Был неправ. Зачем ты это сделал? Ради трафика. Мой аккаунт на форуме на платиновом уровне. Я в шаге от того, чтобы стать самым молодым президентом ассоциации сплетен Ханьхай. Будь честен. Это правда. Я не лгу тебе. И никаких личных мотивов? Ладно, признаю. Завидую тебе. Ты красивый и хорошо учишься, а еще ты богат и хорош в баскетболе. Как таким, как я, выживать? Что еще? Еще? Моя любовь к Чэнь Мижэнь. Зачем мне тебя к ней ревновать? Ты думаешь, что я испытываю к ней чувства? Не волнуйся, мне не нравится Чэнь Мижэнь. Мы вместе росли, и все. Я не рассматриваю ее как женщину. Даже если бы мы в одной комнате жили, я бы не стал к ней приставать. Это просто пример. Такого не было. Понятно. Хорошо. А можно восстановить мой аккаунт? Я могу это сделать. Но, надеюсь, ты понимаешь, что даже сплетни должны основываться на правде. Иногда слухи очень опасны. Если из-за сплетен случится трагедия, то извинениями не поможешь, понимаешь? Это не повторится, обещаю. Надеюсь, ты сдержишь обещание. Бить не будешь? Насилием ничего не решить. Если тебе и правда жаль, публикуй новости о моей любви к Чэнь Мижэнь. Не проблема, я умею сплетничать. Если будет нужна помощь, дай знать. Я Хуан Цяо Уи, буду вечно следовать за тобой. Чэнь Мижэнь, я... Я придумала, как проведем следующее свидание. Мы пойдем в лучший ресторан, отмеченный звездой Мишлен.
А затем покатаемся на роскошной яхте. Сходим в парк развлечений, покатаемся в самой дорогой кабинке колеса обозрения с видом на Ханьхай. А потом... Стой, Чэньмижэнь. Успокойся. Ты скрывал правду. Разве я могу быть спокойна? Я же говорил тебе уже, но ты не поверила. И ты позволил мне 4,5 часа крутить педали. Попу себе отсидела. У тебя хоть велик был нормальным. У моего сиденья было сломано. Попу отсидела. Так у меня вообще припухло. Не хочу ездить на велосипеде. И я не хочу. Нет. Это ты хотела ехать на велосипеде? Я хотела. Кто сказал? Пытаешься отрицать это? Подходящие места для свиданий. Мило. И это хорошо. Отличное место для фото влюбленных. Смотровая площадка. Идеальное место, чтобы насладиться восходом солнца. Идеально для пикников. Проведите приятный день в обществе возлюбленного. Отмечу. Красивый вокзал, окруженный цветущей сакурой. Чэньмижэнь, ты спишь или нет? Может, отправишь сообщение Джунвэю? Его разбуди. Может, так сможешь опередить его на экзамене. Раз просишь написать, я напишу. Это ты меня попросила. Я сама не хотела. Джунвэй. Ты спишь? Что делаешь? Ты слышал про аватарки для пар? Джунвэй печатает текст. Почему не ответил? Похоже, Джунвэй не слышал об этом. А что я хотела? Откуда такому человеку, как он, знать про аватарки для пар? Нет-нет. Джунвэй занят учебой. А я беспокою его из-за такой глупости. А если он начнет думать, что я скучная, назойливая и занудная? Джунвэй, удалить. Ваше сообщение удалено. Спокойной ночи. Чтобы их найти, понадобилось время. Давай эти использовать. Чэньмижэнь! Ты что, хочешь спать на полу в туалете? Я сплю. Уже сплю. Сладких. Хорошо, я займусь. Спасибо. Куан Сяо Юэ. Недавно я узнала огромный секрет. Чэньмижэнь. Хочешь знать? О ком? Умоляй. Немного льда, 2 сахара и кокос. Верно? Так мило. Парень серебряной ложкой купил маленький стакан, чтобы сэкономить 2 юаня. Скупердяй.
Ничего ты не знаешь? Маленький лучше, большой я не допью. Не торопись. При постоянной кривой ЕС уменьшение денежной массы приведет к увеличению национального дохода, отвечает Чан Мишень. Доходы сокращаются, процентная ставка растет. Хорошо, садись. Следующий вопрос. Каковы основные определяющие факторы международных потоков капитала? Уровень процентных ставок. Следующий вопрос. Какая система распределения – это сеть добровольных сетевых продаж, ориентированных на оптовиков? Отвечает Чан Мишень. Добро пожаловать в игру «Честь королей». Простите, это мой телефон. Я отвечу на вопрос. Речь о договорной системе маркетинга. Хорошо, садюсь. Продолжим. Какой же ты неопытный. Тебе у меня надо было спросить, как филонить на занятиях. Меня еще ни разу не поймали. Возьму у тебя урок. R — это процентная ставка. Послушай, на студенческом форуме запустили опрос, продлятся ли наши отношения больше месяца. Среди верно ответивших будет проведен розыгрыш. В приз входит бритва, шампунь, гель для душа и карта на 500 юаней в наш школьный буфет. Те, кто думает, что мы и месяца не продержимся, проиграют. Соотношение тех, кто не верит в нас, и тех, кто не сомневается, 500 к одному. Чан Мишень, ты голосовала? Да, анонимно. Так это ты нас поддерживаешь? Нет, я одна из 500. Инвестиционные принципы, Чан Мишень. Почему ты не веришь в нас? Лучшие условия. Я хочу карту на 500 юаней. Чан Мишень, этот вопрос будет на экзамене. Учитель, не волнуйтесь, обещаю, в ближайшие 80 лет она будет знать, как ответить на этот вопрос. Не обязательно. Главное, чтобы смогла ответить на него на экзамене. Хорошо. Ладно, продолжим. Чан Мишень, ты проиграешь. Я уверен, мы будем вместе 80 лет. Оптимизированное соотношение инвестиций. Данные о квартальных продажах опубликовали. Я увидел. Продажи котов, друзья, выросли в 5 раз. В 5 раз. Ты пришел выслушать мои комплименты? Не совсем. Думаю, может, ты пожалел. Если да, инвестируй в меня. Я так и быть приму твои инвестиции. Я не приму решение, пока не увижу продажи за 3-й квартал. Хорошо. Джон. Слышал, твой сын Джон Вэй открыл магазин ОК с выставочным залом? Да, и продажи идут неплохо. Джон. Ты поддержал бизнес своего сына за счет средств компании. Не злоупотребление ли это властью? Послушай, не пойми неправильно. Он просил об инвестициях. Но ради компании я ему отказал. Не потратил ни юаня компании. Откуда у него тогда столько денег в таком юном возрасте? Он способный. Сам нашел инвестора и сам открыл магазин. А что, съел рис из твоей тарелки? Хорошо, твой сын лучший и самый способный. Был неправ, успокойся, Джон. Почему ты всегда такой подозрительный? Ты должен быть дальновидным, с позитивным мышлением. Нам нужно учиться у молодежи, становясь лучше. Иначе, рано или поздно, общество от нас избавится. Отлично, я восхищаюсь тобой, не злись на меня. Опубликованы квартальные данные по продажам. Мы по-прежнему занимаем 1-е место. Хорошо. Следуем моим инструкциям и в следующем квартале. Вы не должны меня подвести. Понятно? Да. Слышал, что команда проекта «Коты, друзья» смогли добиться прироста продаж. Да, они входят в 3-ю лучших. Посмотрим, как долго они продержатся. Странный магазин с выставочным залом. Это просто пиар-ход. Я считаю, клиентам приестся, и они обанкротятся. Согласна.
Джун Вэй делает все, что ему вздумается. Ведь он сын президента. Если бы мы что-то подобное сделали, нас бы уволили. Он всего лишь ребенок. Я ничего не знаю о рынке. Джун Вэй намного лучше тебя. Чэнь Мижэнь, что ты сказала? Я сказала, их победить совсем не сложно. Хватит. Вместо того, чтобы льстить мне, вам лучше усерднее работать. В отличие от других руководителей, я очень строгий. Чэнь Мижэнь, как продвигается работа над миражом леса? Закончу на неделе. Хорошо. Кого ждешь? Чэнь Мижэнь. Чэнь Мижэнь. Джун Вэй, Чэнь Мижэнь. Что между ними? Они точно не просто одногруппники. Чэнь Мижэнь, почему убегаешь? Ты не понимаешь, Юй Давэй тебя ненавидит. Я не хочу терять работу. Я знаю. Чэнь Мижэнь, опять пытаешься, чтобы мы тайно встретились? Говори тише. Я прочла правила компании. Служебные романы запрещены. Если станет известно, одного уволят. Тебя точно не уволят. А значит, уволят меня. Почему? Я же не сотрудник Хэн Чанзи. Верно, но твоя семья владеет Хэн Чанзи. Чэнь Мижэнь, от тебя страдает моя самооценка, ты понимаешь? Чувство, что кто-то мешает мне быть твоим парнем. Ничего такого. Я вот так не чувствую. Идем, я голодная. Что хочешь съесть? Курочку с рисом. Соскучилась. Идем есть. Это вкусно. Кушай побольше. И вот это. Это их фирменное. Сок для второго столика. Я возьму. Как думаешь, кто первый признается в любви? Это точно будет девушка. Парень красивый. Без инициативы ей с ним не быть. Точно. Чэнь Мижэнь, что такое? Ничего. Давай кушать. Что-то происходит. Та, что никогда не смотрит чужие сторис, неожиданно вот уже 5 минут листает его ленту. Необычно. Это результат выработки гормонов. Все просто. Отличница во всем. Профессионал даже в отношениях. Это действительно чудесный день. Чэнь Мижэнь, ты купила то, что я тебя просила? О нет, я стою в пробке. Что? У меня скоро трансляция. Нет. Бао Цзяго, жду тебя внизу. Кое-что принес. Что это? Бао Цзяго?
Случайно купил. Ладно, случайно увидел список, что ты писала на паре, вот и... Бао Цзяго, так и не избавишься от своей привычки? Забери! Почему? Знаешь, как долго я планировала эфир? Сколько всего изучила? Думаешь, правда сможешь мне помочь, случайно что-то купив? Те же жареные каштаны. Нужны самые красивые от Нянчена. Как раз от Нянчена. Ладно, это случайно купил. Хворост и сладкий картофель из самой известной пекарни Цзинхе. И это оттуда. А самое важное — это тангулу. Должно быть... От госпожи Сахарок, да? Этот магазин в 4 часах езды от вуза, да? А там еще очередь 2 часа. Не так долго. Возьми для трансляции. Бао Цзяго! Спасибо. Тангулу госпожи Сахарок. Это знаменитая сладость. Свежие фрукты в сладкой карамели. Один укус. И вы одновременно почувствуете кислые и сладкие вкусы от кончика языка до носа. А затем вкус распространится по всему телу. Это вкус любви. Мяу, как думаешь, кто первый влюбился, я или Джун Вэй? Конечно, ты. Разве не очевидно? Ты рисовала ему плакат, помогала с выборами, потом пробралась к нему в общагу в роли речной улитки и перестирала всю одежду. Разве дело не в любви? Но и он преследовал меня. Помог решить проблемы с заводом, отнес меня в отель, когда я напилась, и застегнул молнию. Застегнул молнию? Похоже, я очень много всего пропустила. Это не то, о чем ты подумала. В день соревнований я не смогла застегнуть молнию на форме. Мяу. Думаешь, я слишком напористая? Чэнь Мижэнь, я поняла. Боишься, что, проявив инициативу, Джун Вэй не оценит и станешь следующей Лосы, верно? Думаешь, это возможно? Если честно, девушке не следует быть инициативной. Если девушка сделала все для парня, как это делает Лосы, парень не будет ей дорожить. Не уходи! Не оставляй меня! Я постираю твою одежду, вымою посуду, начищу обувь. Все буду для тебя делать. Только не бросай меня! Ты так и не поняла? Парни не ценят тех, кого могут легко заполучить. Ну, пожалуйста! Джун Вэй! И что мне делать? Ты... отстранись. Отстраниться? Да. Будь сдержанной, соблюдай дистанцию. Никакой инициативы или отказа. Thank you.
Распределите роли для домашнего задания. Я соберу информацию, а ты сделаешь презентацию. Дженуэй, давай вместе. ¥26. Отдельно. Вместе. Готово. Спасибо. Мне сегодня девушка воду дала после игры. Да. И не одна. Парочка. Да. Сказали, что если завтра буду тренироваться, то принесут еще воды. Да. Чэнь-Мижэнь. Если придешь на тренировку и купишь мне воды, никто не придет. Да. Буду ждать тебя завтра. Да. Да, здесь идеально подходит. Ладно, я тоже соскучился. Милая, я скоро закончу. Ладно, пока. Очаровашка. Что ты хочешь на обед, милая? Что-нибудь. Мяу-мяу, послушай, отстраненность работает. Конечно! Уроки от такого опытного гения отношений, как я, невероятно эффективны. Расскажи, как работает? Джунвэй попросил купить ему воды, чтобы другие девушки перестали покупать воду. И что в этом такого? Разве ты ему воду не покупаешь, когда он играет? Дело в том, что сейчас он назвал меня милой. Боже ты мой, милая! Джунвэй тебя так назвал? Забавно. Ты ему перезвонила? Конечно, нет. Я отстранена. Хорошо, ты отстранена. Я за чаем, пойдешь со мной? Нет, я не закончила с работой. Какой работой? Просто скажи коллегам, что ты возлюбленная Джунвэя. Не надо было тебе рассказывать. Пока, милая. Очаровашка. Я не могу подняться с кровати. Да. Бао Цзяго, ты говорил, что много встречался. Конечно. Тогда скажи, почему девушка внезапно отстраняется от меня? На это есть три причины.
Ей нравится кто-то другой? Она устала от тебя? Или же... Третья причина самая сложная из всех. Какая? У нее психическое расстройство. Не может поддерживать длительные связи и стабильные отношения. Любые ее отношения заканчиваются ненавистью и уходят на это менее 3 месяцев от абьюза. К уходу.已经足够证明是你，我都不用怀疑，沦陷在这里，不太踏实的睡意，说明了。